Привет! Это видеообзор паучи для собак фирмы Брит. Я приобрела этот пауч в магазине Шиншилка. Это пауч с ягненком для маленьких собачек в упаковке 85 грамм. Состав отличный, значит, 85 грамм мяса и мясные субпродукты, мясной сок, травы, фрукты, в том числе гвоздика, розмарин, цитрусовые, куркума, черника. Также есть минералы и лососевое масло. Вот такой состав. Вот, сделано в Чешской Республике. Сейчас я вам покажу, как он выглядит. Вот так выглядит соус. Тут даже ягодка есть. Сонечка, Соня. Вот ценителю нравится. Вот такой пауч. Спасибо за внимание.